Всем привет! Сегодня я вам покажу наш район. Сейчас я покажу парк возле нашего дома. Ма, как называется парк? Вернон Хилл парк. Побежали на площадку. Побежали. О, сегодня погодка хорошая, да? Мусорка, все как у людей. Лавочки, столики. Так, дети там пошли. Мам, водички дай. Че? Водички дай. Сейчас. Ну, welcome. Смотрите, написано добро пожаловать. Welcome. Угу. Все, мы гуляем. Да, сейчас я вам покажу, что есть в этой площадке. Посмотрите, здесь есть один. Это место, в этом месте мы всегда прячемся от солнца. Да, и еще есть два места. Ну, я уже туда не поползу. Ладно, поползу, давай с тобой. Я вообще-то на коленках ползу. Смотри-ка. Стой, червяк. Где? Да ты червяк, давай быстрей. Это второе место, где можно спрятаться. Оно уже со столиком. Ага. Здесь еще можно спуститься и подняться. Или же подняться. Пойдем туда, на горку. Да, и еще есть третье убежище. Третье убежище, где можно спрятаться. Угу. Вот оно. Да, короче, тут хорошие площадки. Не да. Сломанные, как в России были всегда сломанные площадки. Здесь все и чинят вовремя. Чтобы прятались от солнца. Вот такая площадка. Еще здесь есть огромная горка. Ага. В принципе, как обычно. Качели не поломанные. Тереньки. Вот отсюда видно. Оля, там вот всегда девчонки играют бейсбол. А вон там еще одно поле. А. Здесь мама не достает, поэтому... Мы покажем вам бассейн. Да, здесь еще есть бассейн с кафе. Да. Что еще есть? Но... А, еще вон там вот баскетбольное поле, там всегда играют. Да, еще много баскетбольных полей. Немного, бассейн... одно поле. Нет. А, точно, да. Бейсбольных много, да. Кстати, бассейн еще... Не открыли, потому что его, скорее всего, откроют только летом, когда будет жарко. Так уже жарко, я не знаю, когда они откроют. Прямо сейчас лето. Пока вообще-то еще... завтра уже 1 июня. А, да, первый день лета завтра, но еще долго будут строить. Да. Потому что еще пока кафешку достроят, пока еще проверят, все ли в порядке. Брат, на него поди. Чего страшного? Здесь кордоны косят почти каждый день. Вот, видите, там немного желтой травы. Это подстриг, что я сухая. Там лежит. Да, газоны тут стригут. Ну, через день точно. Или каждый день. Короче, мы тут бегаем босиком. Когда мама, солнышко греет. Поднимемся. Куда? Там. Чтобы показать бассейн вблизи, нам надо подойти. А, да, давай, пойдем на бассейн. Я сейчас хочу нос там замыкать здесь. Потому что он не катится по траве.
А, ты сейчас зеленая будешь? Ладно, катись. Катись отсюда. Ты нормалек? Какашек тут нету. Ой-ой-ой, какая ты чистая. Ладно, пойдем посеять, покажем. Меня слушают. Весело. Все. Что там? Все нормально. Поросенок, пойдем. Пошли, никто не возьмет твой самокат. Тут дружные малые. Где-то. Ага, жду. О. Смотри, не чебурахнись. Папа, трава. Как же трудно ехать. Поехали. Ау. Засыхает. Да. Жарко. Ну, да. Пойдем. Покажем. Постригся, трава такая мягенькая. Угу. Вот и наш бассейн, который еще закрыт. Да, ну непонятно, здесь соревнования проходят или просто бассейн, как купаться. Мы пока еще не поняли. Пошлите, я вам еще кое-что покажу. Сейчас я подберусь, чуть повыше покажу. Оп. Там вышки стоят. Мы надеемся, будет летом все работать будет. Пошлите, я вам покажу еще кое-что. Что? Пошлите. Что надо? Да, только непонятно, будет она работать, нет? Да, здесь пока вот... Очень странное местечко. Но здесь работы делали, да? Чистили бассейн. Что-то там плитку переделали. Так что я думаю, он будет работать летом. Там столики какие-то. Да, такие простые столики. Да. Обычные. Ничего особенного. Лестники прикольные вон там. Где? Лесенки много увидеть. Такой. Угу. Прикольные лесенки. Я всегда любила бегать по этим штучкам. Угу. Сейчас мы пойдем на школьную площадку. Вот здесь школа она. Да, очень... нам до школы идти, кстати, тут сколько? 8 минут, если спокойно идти. Да, да, да. И нам автобус не положен, потому что близко. Ну, мы всегда опаздываем, да? Да. Кто-то нам любит поспать. Кстати, я слышал, почему нам нельзя автобус. Я слышал, там переводчик говорил, потому что я маленькая, там ля-ля-ля, все такое про автобусы. И поэтому нам надо идти пешком, потому что я малая. Нет, они говорили про то, что вот Богдан и Ева, старший брат и Ева, да, средняя? Угу. Они в 5 и 6 классе. А ты еще в киндергардене вот этого дошкольного. Вот если бы они были без тебя, они бы сами домой ходили пешком, и я бы их не забирала. А так мне приходится вас всех сразу забирать, потому что ты малая же, не пойдешь сама по дороге вместе с ними. Не разрешено так. И чтобы забрать, надо специальный номер показать, кстати. Да, 247. 247, да. Нет, 247. У нас 247. Фори? Да. 40 это фори? 247. Потому что... Я Значит, не... меня в школе неправильно учили. Хотя бы тут научился. Потому что я всегда у себя на номерке вижу. Что? 2, 4, 7. 2, 4, 7. Ладно, пойдем через дорогу перейдем. Пошли. Да. Вот, кстати, вот это вот бесплатный автобус. Сейчас мы
пойдем на площадку. На площадку, которая возле школы прям. Да, возле школы. Кстати, когда мы выходим со школы, тогда мы сразу идем на эту школьную площадку. Но я всегда вижу своего физрука. Он всегда такой ходит возле машины и говорит «Hello». Ну, это по-английски. Да, он собирает номерки, записывает, кто собирает на машине. Да, такие номерки. И пропускает их. Да. Каждый день. Hello, hello, hello. Ваш номер. Hello, hello. Ага, и так весь день. Ну, не весь день. Физрук мой уже сейчас ушел домой. Иногда физрук ведет нас на школьную площадку, которую мы сейчас вам покажем. И там очень круто, и мы всегда что делаете? Бегаем. Короче, у вас место физкультуры в зале, у вас детская площадка. Круто? Нет, ну в зале у нас уроки, а на площадке у нас все бегают. А, вы не весь урок там? Сначала вы в зале, а потом идете на площадку? Нет, мам, мы весь урок там. На площадке мы не каждый день же. На площадке не каждый день. Мы на физкультуре. Редко мы бываем на площадке на физкультуре. Ну, кстати, пару раз я видела, как вы там гуляете. Да, когда погода хорошая, да? Кстати, мы все просто бегаем и катаемся на качелях. Мы не катаемся на горках, нигде не лазим на горках. Мы просто катаемся. Вот кто-то сейчас обманывает. Я видела, как ты с горки спустилась. Ага. Чего обманываешь-то? Ладно, пошли быстрее. Жарко. Ага. Ну и школьным автобусом, да, забирают тех, кто далеко живет. Да ладно, мы сегодня просто школу пропустили, потому что все чуть-чуть заболели. Но я-то не болела, вы хотели, чтобы я одна пошла, но в итоге я проспала. Ну, как всегда, да? Ну, здесь, если ты придешь... А я потому что мне сон снился прекрасным, про Софию прекрасным, первая часть. Понятно. Ладно, пойдем, мне уже плечи пекут. О, там написано что-то, смотри. Честь этого Дениса. Бассейн стоит. Чего, иду. Иду. И так жарко еще. Да, вообще жарко, ужасно. Да, еще воняет какашками. Так что? Вот тут красивые домики, вот здесь школы. Ребята, мы уже школа наша. Сейчас я вам покажу нашу школу. Старая школа, кстати. Вот это для детского садика. Маленькая-маленькая площадка. Сейчас. Кстати, приближу. Когда мы гуляем на площадке, тогда детский садик тоже гуляет. Но когда они гуляют, к ним приходят и забирают их. Ну, потому что они малые еще. Детский садик. Ты же не в детском садике. Ты уже подготовитель нам. Ага. Школа в Арнонхейме. Да, вот тут выходят, да, вот тут их встречают бабушки всякие, пропускают, табличку стоп ставят, и туда машина едет. Ой. Вернон Хиллс.
Кстати, мы единственные русские в этой школе. Там есть одна тетечка, которая говорит по-русски. Она там какой-то урок ведет, не знаю. А детей нету русских. Мы единственные. Да, школа. Вот такая школа. Все, пойдем. А вот тут вот. Вы хотите узнать, как зовут мою училку? Как? Мисс Эмили. Мисс Эмили. Мисс Эмили. Да. Вот тут вот две минуты, и ты уже на площадке. Все. В классе говорят Мисс Эмили. Эмили? Нет, Мисс Эмили. Мисс Эмили. Мисс Эмили. Да, давай пробежимся. Да, давай. Это наши подруженцы. Веселенькие. Давай. Ой. О, у сегодня две кошки. У сегодня две кошки. Эта площадка нам больше нравится. Здесь больше качель, горки. Иду. Сейчас я закрою. Все. Вот, ни одной поломанной качели. Все как у людей. Ну, короче, вот такая площадочка. А вон там вот лес. Эй, хай-хай. Мы с ней общаемся по переводчику, если что. А? Нету бэйби спайдера. Нету бэйби спайдера? Там в горке был человек-паук. Ой, этот, как его? Маленький паучок. А эта девчонка его боится. А. Все, идите гуляйте. Угу. Иди. Так, идешь, что, да? Да, пусть покатается. Окей, окей. А ты на качели покатайся. Что? Ты всю, весь путь шла на самокате. Пусть покатается. Ну, я пойду это в тенек, ладно? Ага. Ужасно жарко. Идем прятаться под горку. Жарко, жарко. Я буду здесь сидеть. There's no baby spider. Нету тут baby spider, нету. Ой. О, хорошо, как. Вот так я провожу часа два, наверное, сидя под горкой. Очень жарко, да? Наверное, сейчас домой пойдем. Чё? Домой пойдем? Ты сказала, домой хочу. Я пока сидела тут, увидела пчел под горкой. Прям сейчас вспышку включу. У них тут, короче, мед. Производство меда. Обалдеть. Круто. Даже под горкой жарко. Как так? 82 градуса по Фаренгейту. Это 28 градусов Цельсия вообще. Ну, как будто вот 35, а не 28. Вообще невозможно жара.
подружку. Подружка моя уже ушла. Сейчас я вам покажу трюки на детской горке. Посмотрите. Ну, давай. Быстро и медленно. Сначала быстро. И обратно быстро. Угу. А могу медленно. Ой, слепит прям солнце. Ты солдатик? Да. И совсем не без рук. Ну да. Что там мы еще покажем? Уже все показали? Нет. Осталось показать вот эту огромную площадку. Ну ладно, давай покажем. Я вам сейчас покажу. Давай. Аккуратно. Как будто в гору идешь, да? Ага. И вот я уже наверху. Молодец. Что здесь есть очень крутое место? Какое? Поднимайся со мной, мама. Ой, ладно, давай. Что будем делать? Вот она. О, а тут не жарко. Да. Ты как хомячок. Да. Колесе. Ага. Давай отдохнем и домой уже пойдем, да? Давай. Сюда залезай, там будет твоя третья хата уже. Хата? Много. Нет, пятерка. Это уже твоя пятерка. Чего? Это уже твоя пятая база. Потому что на нашей площадке раз, два, три базы. А еще там будет на детской площадке еще одна четвертая база. И здесь еще пятая. Ну тут можно прятаться, когда никого нет. Малых когда нету. Да. Когда нету малых. Да, вот сейчас время. Здесь отдыхать. Все, я спать. Все, давай уже прощаться. Ладно, но сейчас. Ты пока иди вниз со своими очками, а я спущусь. Давай. Смотри, мне там горячие кофе. Еще на площадке я кое-что сделаю. Ага. Что? Давай. Что ж она нам сделает, интересно? Ты хоть скажи, сколько тебе лет? 6. 6. Недавно исполнила 6. А было 5, когда мы приехали, да? Да. Что ты там еще показывай, давай, все. Смотри. О, нет, только не это. Они как раз пахали. Чего? Они как раз пахали. Ля-ля, ага. Большая ля-ля. Да, я взрослая ля-ля. Ага. Да. Все, катаемся и домой, окей? Угу. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. У меня еще будет много интересного. Да, еще много мест покажу вам интересных. Все, пока!